Кремль взял курс на террор в отношении российской оппозиции. Сегодня, 17 октября 2012 года, организованная преступная группировка Бастрыкина провела обыск у Сергея Удальцова. Сергей Удальцов был задержан. Бред сивой НТВшной кобылы был с радостью подхвачен бастрыкинскими питомцами. Ради этого все и снималось. Удальцов не просто враг, он страшный предатель, шакалищий среди детей грузинских гор. С этих холмов и спустилась ночная мгла на голову оппозиции. Как только стало известно о задержании Удальцова, тотчас у логова СК РФ собралась вся ненавистная оппозиционная рать с плакатиками и ядовитой слюной, выделенной из желез Госдепа. Есть часть людей, которые безоговорочно верят всему, что им говорят по телевизору. Соответственно, у нас появятся новые люди, которые будут показывать пальцем. На них будет опираться партия власти. У всяких там нашистских ботов и единороссов будет дополнительный аргумент. Смотрите, мы же говорили, что это террористы и экстремисты, которые нарушают закон и так далее. Они будут, соответственно, опять-таки ужесточать пропаганду. Мы это увидим уже в Государственной Думе. Мы вот пытаемся делать шаги навстречу, пытаемся говорить про какой-то законодательный процесс, пытаемся говорить про выборы, вместо этого нам вот навязывают силовое противостояние. Покажите мне статью. Истинные патриоты тоже не прятались по углам, а бесстрашно встали в пикет, ослепляя верноподданническим грызлом толпу протестных паршивцев. Ближе к 7 вечера прошел слух, что Удальцова отпускают под подписку о невыезде. Его коллега по оппозиции Навальный уже имеет подобное счастье. Теперь он фильтрует базар и старается не высовываться, дабы не загреметь под бастрыкинские фанфары. Наконец, около 10 вечера Удальцов вышел на свежий воздух. Вышел уверенный и энергичный. На допросе мне пытались опять инкриминировать связь с грузинской разведкой, с Гиви Таргамадзе, и то, что якобы мы совместно с ними готовили массовые беспорядки в Российской Федерации. Я категорически отверг эти обвинения, сказал, что это абсолютно не соответствует реальности, что это вымысел воспаленного сознания. И, соответственно, еще раз подчеркну, что никаких контактов с западными спецслужбами, с грузинской разведкой, получения денег, инструкций у меня не было и быть не могло, так как мы действуем, да, мы оппозиция, но мы действуем мирными методами, не приветствуем насилие и кровь. Итак, Сергей Удальцов был отпущен сегодня из Следственного комитета под подписку о невыезде. А бред сумасшедшего, как он обозначил обвинение, на этом не заканчивается. И можно ожидать продолжения этой истории. Должно быть, друзья, настолько устал уже, сейчас сил нет, немножко отдохнуть надо. Спасибо огромное, спасибо. Константина бросать не будем. Константин ничем не надо. Спасибо, Дарья. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.